Добрый день, с вами компания «Печной мир». Сегодня мы посетим баню, называется «Медная гора». Посмотрим работу печи «Ферингер» во всех режимах, как она себя покажет и проявляет. Зайдем в парную и даже попаримся. Все, я готов рассказать все про данную печь. Ну, со слов Вовы и, наверное, гости еще подтвердят, приехал же как раз, чтобы с самого старта увидеть. То есть печь топится 1 час 50 минут. А, час 10. Час 10 топится печь. Первая закладка дров. Ну, вот эти угли, я думаю, что будут прогорать еще, ну, не менее 30, а может быть даже 40 минут. Но мы сейчас пока ходим, как раз и сможем определить. На массу сколько? Одна полная была закладка? Полная закладка, то есть она закладывается, ну, чтобы это было... По инструкции, это плотные дрова укладываются в центр, а более мелкие дрова, ну и желательно порубленные помельче, с краев. И получается, поджигаем мы печь именно с краю, не обливаем там жидкостью или газом, не даем по всей площади закладки, а именно с краев. Потому что, ну, я вам всем рассказывал, что горение осуществляется именно по стенкам. За счет того, что подача воздуха, ну, подача воздуха идет к стенкам. Угу. Ну, то есть там не колосник, а вот эта система подачи воздуха. Когда печку растапливаем, получается, ее, ну, на форсаже, грубо говоря, там, и буквально там через 20 минут, так же ты, Вова, да, наверное, сделал, да. Мы ее прикрываем, как бы оставляем небольшую щель для того, чтобы поддерживать горение дров. Ну, даже услышу, как подвывает она маленько. Ну, в принципе, все. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось за это время. Пив и кассета. По времени, как вы говорили, через 15-20 минут. А печка вообще холодная была? Ну, чуть-чуть теплая. Я что-то... По результату, честно говоря, сам даже удивлен. Тут прям сильно. А вчера добилось? Ну, вечером, то есть парилка протопленная была, не на холодную. Ну, то есть, Вова, как я сказал, чуть теплая. Она была чуть теплая. Потом, ну, то есть, мы ее. Когда закончили топить ее? Вчера? Мы ее топить вчера начали в 7 часов и все, и больше не допили. Вечером? Да. Ну, то есть она вечером была протоплена и. Точнее, к 7 мы ее готовили. А, к 7. Да. Потому что всем у нас гости были, и все. Угу. Вот она. Ну да, ну то есть поэтому она на режим вышла быстрее, поэтому я и удивлен. То есть по идее мы сейчас должны были зайти сюда, если бы она прямо с холодного топилась, тут должно было быть 40 градусов. А тут мы по результату 70 видим. Ну я напомню, как бы парилка у нас очень небольшая, и вот этот участок дымохода, который, ну мы же тут печку Харви убрали, а поставили эту, и поэтому, ну ничего лучше, чем эти коления, и мы их не можем теплоизолировать, поэтому жарко тут, по сути. От этого узла. Ну, то есть мы видим, вот от него излучение идет. А если бы мы смогли сэндвич сюда подвести, то температура, ну, так бы и парная не перегревалась. Но больше 70 тут не бывает. Я не обманываю уже. Так, ну и теперь попробуем. То есть тот режим, который эта печка способна выйти уже через 20 минут, я все про это знаете, это пароиспыритель на трубе. Кстати, как он, как результат? Дало. Классно, то есть 15, сколько там, 20 минут прошло, да, уже пив получается там нагрелся. Ну, чтобы было понятно, ну, как бы потенциальный покупатель печи, который хотел изначально ну, на холодную посмотреть, как через 20 минут она там на режим выходит. Ну, собственно, сегодня без нас уже Вова провел это все. То есть сейчас подаем воду на пив. Это тот, что на дымоходе стоит пароиспыритель, который, напомню, уже через 20 минут растет. После того, как печку затопили, он уже доступен. То есть он для первоначального прогрева этого вполне должно быть достаточно. Ну, как то, с чего мы баню начинаем, это там, первый прогрев. Заходим чуть-чуть погреться,
То есть благодаря пароиспарителю мы через 20 минут можем это уже получить. Еще вопрос. Ага. А это какой пив? Это получается там несколько отсеков камней, да? Получается большой, поменьше и там еще какие-то или как? Нет, там вообще не камни. Там из нержавейки пароиспаритель специально на дымоходе установлен. Я лучше потом отдельно расскажу про него. Потому что все остальные, вероятнее всего, про него уже знают. Мы в разрезе, как бы себя в выставочном зале показывали. Еще один ковшик на него попробуем. То есть его, по сути, невозможно залить. То есть мы можем даже воды в него прямо литр влить, и оно будет там постепенно испаряться и, ну, в виде пара уже как бы выходить в парную. Далее, напомню, у нас есть кассеты парогенерирующие. А здесь написано режим пара. Да, мы как бы для себя подписали карандашом. Ну, вот пока еще не стерлось, но я, по сути, уже запомнил. Ну и также у себя прямо в бане подпишите. Когда сотрется, к этому моменту уже запомните, где что куда. Ну, а если уже забыли, то можно эту крышку поднять, посмотреть заново, там восстановить. Поэтому, напомню, кассеты служат, первое, для образования экстра легкого пара. То есть там кассеты, которые нагреваются от 800 градусов. Ну, по сути, просто полностью перенимают температуру топки. Камни мы до такой температуры, если не прямым огнем, ни в одной печи не сможем разогреть. А кассеты из нержавейки мы разогреть способны. Что, мы откроем окно, наверное, да? И второе, это то, что они уже доступны через 40 минут, как мы печку затопили. То есть они нагреваются очень быстро, и мы, по сути, через 40 минут после того, как печку затопили, уже вениками полноценно можем париться. Ну вот и про экстра легкий пар, который я сейчас говорил, вот мы, собственно, сейчас сможем его и прочувствовать. То есть это левая кассета, правая кассета, а точнее задняя кассета и правая кассета. Сейчас будет у нас. И весь пар практически у нас, ну, тут видно, что чуть-чуть может здесь выходить. Но основной весь пар выходит только здесь. То есть мы можем сейчас прочувствовать, как он тут выходит. И кассеты заливаются одним ковшиком. Ну, то есть достаточно быстро они свою, ну, сейчас, допустим, я продемонстрирую. Там вот на задние кассеты еще раз ливану. И, возможно, звук поменяется у нас, шипение. То есть, ну, уже не так, потому что они остыли. И вот то количество, ну, то есть три ковшика на три кассеты, которые мы вылили сейчас, и вот это количество пара получили, нам на 10 минут парения, ну, хватит. А через 10 минут они снова готовы. То есть, по сути, если, то есть мы, когда печка топится, мы можем пользоваться только кассетами и пифом. Не используя даже камни, то есть камни не заливать при этом. Но это говорит о том, что залить печь в процессе ее топки невозможно. Когда вот сейчас там видели вот это количество углей, которое там минут через 25-30 прогорит все, то у нас остается 90 кг камней, которые в этой печи загружены жадеид. И у нас есть капельный пролив правой части и левой части камней. Ну вот сейчас я, собственно, покажу, как это камни, да? Ну, как бы все мы знаем, ну точнее, может быть, не все, но специалисты во всяком случае точно, что 90 кг камней, разогретых до 450-500 градусов, это огромный заряд, которого хватит, ну, на одну компанию столяров без проблем. Антон, не обманываю я, как ты думаешь? Надо пробовать. 90 кг камней хорошо разогретых. То есть это камни, капельный пролив правой части камней. И температура как раз она в парной-то не нужна, это парная, от слова пар. Это, ну, в сауне, где важна именно... Влажность нет, да, здесь посмотрите, сколько сейчас? Да, не работает. Ну, влажность сейчас достаточно высокая. Сейчас мы все спотеем. Ну, ну и если уж хотим по старинке как бы заглянуть в камни, посмотреть, как они выглядят, и что-то туда налить, то можем это делать прямо так. Вот здесь сейчас камни получаются. Да.
Да, прямо непосредственно вон они камни туда я вылил. А когда на камни льете, у вас пар так же поднимаете или он через эту секцию? Ну, так как отверстие открыто это, но, то соответственно то ему больше уходит, где, да, где проще, но туда он и выходит. Ну, то есть туда он не идет, ну, идет. Идет, но гораздо меньше. То есть если закрою, то все, весь пар пошел туда же. Ну, также напомню, что да, в режиме русской бани, так как температура невысокая, а пар выходит у нас высокой температуры, то весь он собирается под потолком. Поэтому сейчас я, допустим, вообще не ощущаю пара, ну, так как окно открыто, ну и все-таки пар весь там. Вера, нет у тебя, да? Пирог. То есть пирог вот он, вот на этой высоте, ага, стоит. Ну и расскажу тем, кто не знает, что, ну, как, что такое легкий пар, с которым мы все друг друга поздравляем после бани. Но мало кто понимает, о чем речь. То есть это пар, которым легко дышать, когда ты себя комфортно чувствуешь в бане, в парной. Когда тебя там парят вениками, или ты паришь вениками, или сам себя паришь вениками, то ну, коже приятно. То есть ты ощущаешь кайф, то есть пар легкий. А что это значит? Это значит мелкодисперсный. Ну, то есть капельки воды, взвешенные в воздухе, они очень мелкие. И тяжелый пар, ну, как аналогию проводить, это когда капельки эти крупные. И вот когда мы эти капельки крупные вдыхаем с воздухом, то они, когда оседают на нашей слизистой, то нам обжигает. То есть мы ощущение духоты испытываем, нам жарко. Вдыхаешь, блядь, жарко. И также, когда паришься, то есть когда кожа касается крупной капли воды, то они нас тоже обжигают. И вот как раз мы здесь все собрались для того, чтобы продемонстрировать, что эта печь дает очень легкий пар на всех режимах ее использования. От через 20 минут после протопки, через 40 минут после того, когда мы ее затопили, далее через полтора часа мы вот сейчас вам продемонстрировали, что у нас доступны камни. И дальше эти камни будут продолжать работать еще. Ну, то есть, по сути, сейчас вот через полчаса, как бы, когда угли прогорят, уже на 100% прогреется вся масса камней. Сейчас мы, когда, ну, все-таки лил, и мы видим там как бы остатки воды на камнях, камни разогретые, ну, не это, не на 100%. Все-таки им нужно 1,5-2 часа для полного прогрева. И вот когда мы их на полную прогреем, нам будет эта печь доступна еще 2 часа. Ну, при условии использования. А если мы ей не пользуемся, то можем и через 5 часов зайти, и камни будут для этого готовы, потому что все-таки она топка закрыта, и тепло не будет выходить. То есть так же, как в кирпичной печи, про что мы ей-то можем на утро пользоваться. Здесь понятно, что на утро она шипеть не будет, но хотя бы там через 5 часов мы ей пользоваться можем. Ну вот как-то так. И ну, еще есть предложение для тех, кто желает. Ну как бы могу закрыть окно, дверь, показать все-таки яркий пар, который для скептиков особенно, которые считают, что 60 градусов это ерунда. Тащи веер.